И вновь здравствуйте, господа и дамы, с вами Севен, мы продолжаем проходить такую замечательную игру, как Omertal City of Gangsters. В предыдущей серии мы с вами на чем-то остановились, я вообще не помню на чем. Будем вспоминать в процессе. Так, замечательно. Да. Барам, что это такое? А, просто убийцу, это вот это вот, да? Вот оно. Ага, исследовать. Слушай, уберите эту куколку. 20 авторитета мне нужно. О, господи, а как его там зарабатывать-то? Трое тоже репутат среди высоких авторитетов. Может, что-то построить надо? Я уже не помню, нифига. Это чё? У нас, кстати, что-нибудь есть? Авторитет. Приязнь, это, по-моему... как его звать-то? Ее можно набрать с помощью вот этих вот всяких супниц, вот из этого. То есть это не наш вариант. Ой, смотрите, теперь эти... По-моему, раньше так не было, то есть не показывала, что было. Так, подпольная реклама. 20 эффективности. Ну, прям даже не знаю. Ну, давайте возьмем, что. Авторитетский. Авторитетский. Осведомитель. Это угроза. 20 авторитета тоже, да? Какая жаль. Ну, давай. I'm all fired up. Убейте эту штучку, а? Давайте как-нибудь так сохраним. Нужно... мне даже сохранить, что нужно авторитет набрать. Ладно, тогда перезапишем. Блин, убейте. Блин, еще висит. Прям берите. Не могу. Ладно, что у нас тут? Может на авторитет повлиять. Возьмем сейчас что-нибудь в аренду. Крути боксерский ринг. Пивоварня. Лучше не. Давайте тогда. Ну это приязнь. Че мне приязнь-то ваша? У нас звездочки что-то растут, звездец. Уберите. Так, деньги и прочее. А, вот, предложим повысить ваш авторитет сзади. Ой, давай. Нас денег, правда, нет. Ха-ха-ха-ха. Что-то, по-моему, эта игра до сих пор обновляется, потому что вот раньше не было вот таких вот всплывающих, скажем так, то, что у нас там что-то капает. Зачем мы это арендовали? Ладно, пригодится. Следовать. Док, иди ты. Так, хорошо. А ты чё у нас? А приходите своих конкурентов, только самые богатые могут позволить себе комнату в этом райском местечке. Ну ладно. Everything is ready. Хорошо. Так, что это у нас тут такое? Ага, выступление щедро. 5 алкоголя. Чё, у нас нет алкоголя? We are one step closer to our man, boss. После недолгой беседы с владельцем бара мы выясним, что этот человек собирался отправиться на променад. Это и есть наша следующая точка. Вот сюда, да? Следовать. 40 приязни. Ёкарный бабай. Нам нужно выступить. Нам точно нужно выступить, но нам нужно 5 алкоголя. Там просто приязнь повысится тогда. А чё оно так не повышается? У-ху-ху-ху! Алкоголь! Давайте у нее купим. Там быстрее сделает. Потом мы пойдем станцуем с пляшем. Что мы там еще можем сделать? Ограбление на лет купителка. Да ну? Нелогично. Вечеринка. 10 алкоголя, обалдеть. Огненная бомба. Выкуп. Зачем мне выкуп? Не, зачем. Это что такое? Беседа. 20 алкоголя. Ну вот что-то вообще. 40 приязни. Нет, там где-то было выступление. Где оно было? Вот оно было. Сейчас у нас... Да, мы сейчас так и сделаем. Сейчас нам прилетит.
Пошла. Сейчас она получит у нас немножко приязни. И мы уже сможем что-то сделать путное. Что у нас тут заведение? Что тут открыть? Ломбард что делает? Высокий авторитет. Так, приязнь, любого действующего бизнеса, трансоторожный магазин. Наблюдательный пункт. Наблюдательный пункт дает возможность отражения атаки на здание поблизости, рядом с которыми нет бандитов. Наблюдательный пункт необходимо защищать. Фига себе. Что-то новенькое. Аптека. Давайте аптеку откроем. У нас же ее нет вроде. А нет, есть, блин. Не, ну это неинтересно. Нам нужно что-то, что будет зарабатывать грязные деньги. У нас как-то тухляк страшный по ним. Может, еще один бар какой-нибудь откроем? Ну-ка, подождите. У нас есть один. Давайте, правда, еще один сделаем. Много не мало. Еще бы. Так, что у нас тут интересного? У нас есть 5 оружия. Кто-нибудь хочет 5 оружия? Никто не хочет. Что у нас тут интересного? Ладно. Ничего интересного. Что у нас там с авторитетом-то уже? О, зажигают. Ой, зачем я это сделала? Он отплясывает. Где? Боже, я не могу, упоротость какая. Слушайте, подождите. Ну-ка, подождите. Это кто такие? Я иногда смотрю на этих ребят, и я некоторых из них вообще в упор не помню. Мальца помню, стрелка изуродовали, но я его все равно помню. Альфреда я вообще не помню. Хотя нет, что-то вспоминаю, я ее помню, я его боялась. Джульетта, Ромео изменили, блин, подонки. Мы еще не встретили этого члена банды. Кто это такие? Так, ладно, нам нужен авторитет. Давай, давай, как тебя там звать-то? Аника. Анастасия, типа того. Пускай она там пока отплясывает. Что у нас тут еще есть? Это что такое? Последуй. Здесь недавно побывал один из убийц. Выследите его, пока след не остыл. Сейчас у нас приязнь повысится, мы выследим. Все? А, это ты. Угу. Хоросе. Очень хоросе. Исследовать... Давай, док. О, боже мой! Ой, нет, ой, не надо. Черт, 5 звезд. Ладно, у нас есть деньги, если еще чего. Мы откупимся. Хотя давайте прям тут сохранимся. Может быть, есть смысл без денег, когда этот вопрос решит. Не знаю. Так, что, выступление еще одно. Обман. Вы получите много грязных денег. Ага, понятно. Ага. Так, что тут улучшить-то можно? Эффективность. Минус 5 приязни. Нет, это не надо. Минус 5 приязни не надо. Мы ее так с таким трудом зарабатывали. Так, что у нас тут? Можно улучшить-то... Во, плюс 15. Замечательно. Что у нас еще есть? Сурский линк. А вот теперь уже есть смысл. Тэ-тэ. Так, что у нас тут можно улучшить? Так, доход. Туристы видели... А, да, он уже близко, я чую. Туристы видели, как он шел в сторону свалки. У него на хвосте босс. На этот раз ему не уйти. Ой, драка, да? 30 авторитет. Иди еще раз выступи, а. Подонки. Так, что у нас тут? Мы еще где-нибудь можем выступить? О, кстати, шериф. Покупка оружия. Улучшенный пистолет. Амасон, по-моему, есть уже, да? Я не помню.
Так, вот тут здесь можно выставить 5 алкоголя. Ничего страшного, сейчас получим. Алкоголь. 25 алкоголя. Да ладно, черт с ним. Возьмем, возьмем все. А потом здесь выступим, получим авторитета немножечко. Правда, сейчас вот, вот, вот эта фигня сейчас завоет сиреной, но она, ну что поделать. О. Выкуп. Да, ну. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Так, что у нас тут? Налет крапли. А, черт, оследование. Ваше действие. Ах, щ. Почему сирены не было? Ну что, подкупить следователя, что делать тысяча? У нас последний шанс. Можно все варианты использовать. Следующим будет только батл. Что поделать? Дедок, что он так долго возится? Это как-то тихо, слишком тихо. Что у нас там? Зачем я это делаю, не знаю. Мне что-то хочется. Хорошо. Так, выступление. Давай, пошла, женщина. Конечно. Нет, точно, вот этих надписей, когда что-то там алкоголь добавляется, вот их раньше не появлялось. Игра обновляется потихоньку. Видите, вот этого раньше не было. Насколько я помню. Сколько я замечала. Ладно, давай. Посмотрим, чем это для нас обернется. 10 алкоголя, денежки. Впрочем, что? А, вот еще на 10 авторитет повысил. Давайте возьмем. Это чувак убивает. А почему, кстати, у меня такие персонажи? В партии. Я вот не очень... Почему у него нож? Почему у меня такие персонажи? Правда, кто он для начала? Ладно. А, подожди. Ты у нас... А, он у нас киллер. Я его взяла вместо стрелка, точно. А у нас док лидер. Ну, сквикс вообще не обсуждается. Док, ну, в общем-то, тоже. А Яна я почему взяла? Потому что он мега-мега крутой чувак. А, ну, точно, мы его брали, потому что нам нужно было на ринге сплясать. Точно-точно. Может, кстати, есть смысл уже его изменить на кого-нибудь. Кто у нас там есть? Ян. Чё он делает? Бег, второе дыхание... Альфредо, винтовочка. Еще одна винтовочка. Ярость. Нет, ты мне не нравишься. Джульетку бы. Ну, боже, меня вот смущает только, что у нее вот эти вот перки вообще бестолковые. Вот надо Марио, кстати, вернуть, потому что у нее зажигательная бомба, еще и автомат. Надо вместо Яна, наверное, поставить. Так, а у Ковальски почему у меня стоит? Ловушка, граната. Все, я поняла. Почему она у меня стоит? Малец, что ты там у нас там делаешь? Обнаружение цели, ярость. Ну, стрелок то же самое. Принцесса, мастак, ловушка, домовая шашка. Не, надо брать Ромео. А что там с волком, кстати? Первая помощь, граната. Вот, кстати, может быть, сейчас он нам службу-то и сослужит. Наверное. Первая помощь, у меня-то и гранатка. А у Ромео... Зажигательная бомба и бег. Не, Ромео лучше. Так, надо Яна гасить. Да? Не знаю, блин. Но ему нужно, видите, подбегать в упор. А давайте, правда, его уволим. Да, и наймем моего замечательного Ромео. Нанять. Ей. Так, вооружить тебя чем-нибудь покруче нельзя, да? Уже некуда. Ну ладно. Все замечательно. Он у нас кто? Силовик. Так же, как, в общем-то, и Ян. Где он? Господи, его потеряла. Вот он. Да, оба силовика. Прелестно. Ну чё?
Женщина, ты как там? Когда ты закончишь? Нам выступать пора. Заканчивать. Вот все пути приведут в этот отель. Я прям предчувствую, иначе что будем тут стоять. О! Everything is ready. Да что ты? Чё мы ещё магием? Ой, не в ту сторону. Work makes me thirsty. Хорошо. Это одно место, да? Ой, как нам? А, два места. А второе где? Чё он ещё нашёл? Нет смысла. Опять развлекаются. Ой. Вот. Ой, как мы отплясываем-то. Хотя, по-моему, вот мы стоим. Да, это вот мы страшные, страшные. Смотрите, он долбит его ногу позаду. Че уже? Не, вот этот теперь долбит, смотрите. Анана! Упоротость. Нана. Господи. Так, ладно, давай уже, женщина. О, молодец, всё. Всё, прекрасно, пойдемте исследовать. А, уже 10 оружия стоит. Да что ж такое-то, а? Как все плохо-то. 10 оружия. У нас пока только 5. Придется покупать. 6 оружий, 5 оружий. Давайте возьмем 6. Так как у подручной собственно. Быстрее. Почему я не могу купить? Он просит. Покупает. Этот продает. Ну, ладно, попробуем. Может, папара-папара получится. Вот у него штучка меня прям выбешивает, не могу. Здание, да зачем нам? Чё-то тихо так. Тихо. Чё там? Уже? That's how it's done. Это плохо. Док, давай. Who calls for a doctor? Мне кажется, сейчас будет драчка, потому что оружие не просто так. Мы проследим, и все, и нам прилетит. Аптеку лучше не могу. Вот этого точно раньше не было, вот этих надписей. Так, ну что? Не, ну точно мы потом здесь будем отплясывать. Главное, чтобы... Как у нас... Накал страсти не повысился. До того, как мы завершим все это дело. Вон он бежит, док. Эх, док. Все, ушел. Че? Мы нашли его, босс. След-убийцы вывел нас на встречу между ним и коррумпированными копами. К сожалению, мы не смогли подслушать их разговор, зато собрали улики, указывающие на копов. Они как-то здесь замешаны. Теперь наш единственный выход – заместитель шерифа Кингсли. Как самый коррумпированный из копов, он должен знать, что происходит. Эта змея выползает каждый раз, когда видит незащищенный груз с алкоголем, который можно конфисковать. Тут-то мы его и схватим. Он у нас запоет. Получить 60 алкоголя. Ууу, левелапчик! Поднять уровень, конечно. Так, что мы можем сделать? Так, мы ходим с мега-мега пистолетом, да, точно. Стрелок, ловкость, смекалка. Дополнительное очко действия. Яростный, потому молниеносный персонаж действует быстрее. Атаки дальнего боя против этого персонажа минус 10. Так, критический урон. Критический атаки наносит на 50% больше урона. Увеличивает урон от ближнего боя. Так. Перенос движения. Переносит до 3 непотраченных очков движения на следующий ход персонажа. Вот это, кстати, очень круто. Мышцы нам не нужны. Специалист дальнего боя 2. Увеличивает урон от атак дальнего боя на 10%. Темперамент. Персонаж получит 3 дополнительных очка действия на следующий ход, если он был атакован. Срабатывает не более одного раза.
Хитрости увеличивается. Хитрость эффектного удара. Да, талантливый. Талант требует на очко одно действие меньше для активации. Так, сила. Увеличивает здоровье на 15. Это, конечно, очень круто. Мне кажется, есть смысл брать критический урон. Вот, критические атаки наносят на 50% больше урона. Тоже офигенно. Так, кто у нас там еще там поднять уровень? Сквикси, милый. Инициатива. Так, смелость. Смекалка, берсерк. Храбрость. Шанс попадания дальней атаки увеличивается на 10%, если стрелять из укрытия. Ну, блин, ну нет, мы редко когда. Хотя нет, почему? Нередко, практически всегда. Везение, так, специалист ближнего боя, та-та-та, специалист дальнего боя увеличивает. Но это всегда увеличивает, возможно, имеет смысл взять ему специалиста дальнего боя. Так, док, милый. Смекалька. Вот это здорово, берсерк. Получение 4 АД, когда здоровье персонажа опускается ниже 50. Ловкость, легкая поступь. Бешеный. Персонаж получает ненависть за один ход при смерти всех... Не, ну это смысла нет. Инициатива. Везение еще раз. Та-та-та. Критический урон. Ну да, опять же. Специалист ближнего боя. Та-та-та. Эффектный удар. Талантливый. Талантливый. Слушайте, либо критический урон, опять же, либо специалист дальнего боя. Мне кажется, есть смысл брать критический урон, потому что у нас док очень часто критическим уроном шмаляет во всех. Так, ты у нас с автоматом бегаешь. Сколько у тебя здоровья-то? 120, 105. Нет, нет смысла. Пирим-пим-пим. Вообще прекрасно. Ой-ой. Снайпер, хитрость. О, господи, я не знаю. Мышцы нет смысла. Легкий поступь. Тра-та-та. Инициатива. Умный стрелок. Храбрость. Смекал. А, черт. Я прям даже не знаю. Не, у нас Ромео всегда двигается, нет смысла. Надо брать специалиста. Или ловкость, кстати говоря. Чтобы он ворачивался лучше. Так, псих мой драгоценный. Чем ты там? Ты у нас ножом. Почему, кстати, ты у нас ножом? Оформляешься. Специалист ближнего боя. Длина, плотность. Атаки ближнего боя против этого персонажа. Та-та-та. Молниеносный. Ой. Ловкость. Вот ловкость будем на самом деле. С другой стороны, лучше быстрее мочить. Пока что. Так, а тебе что оформить ты у нас с пистолетом? Так, ладно. 5 же все то же самое. И то-то возьмем. Да, пусть будет так. Сейчас сохраняешь и сделаем. Так, что мы там хотели? Пускай будет так. Что нам нужно? 40 оружия. А, алкоголя. Ой, даже не 40, а 60. Что-то я не в ту сторону вообще. 60 алкоголя, офигеть. Friend, I have a minor shipment of... I'm a bit rusty, but I'll do... Все купим, что делать? Can't be harder than my bank jobs. I'm in a slump. А, он покупает. I need to stop thinking about... Не хочу. Отстань. Главное, чтобы у нас потом этот алкоголь не сгорел. Да. В барах в наших же. Надо что-нибудь грабануть, что ли? Бар какой-нибудь. Ограбление. Купить алкоголь за сколько? Не хочу просто. Проблем.
Нет, ну нафиг. Ограбить алкогольный завод на 20 алкоголя, повысить накал страсти. Ограбление предприятием... Ограбленное предприятие может разориться. Да наплевать. Time to get my hands dirty. Сейчас оформим себе все. Как надо. И вот идти, собственно, потом в этот, да? Нет, не в этот, а куда? Или просто для начала получить? Так, продает 20 целков. Офигеть, ну у тебя и цены, блин. Офигеть, смотрите, 20 алкоголя 600. А, вот, да, выполняю свои частицы. С тяжелым сердцем я пришел просить помощи. Федерали нашли один из моих тайников. Наверное, кто-то из большевиков навел их на след. Да-да-да. Как человек слова, я сделаю все, чтобы не нарушить условия договора. Не одолжишь мне немного алкоголя, а? Я потом заплачу. Возьмите 15 алкоголя, завтра он даст вам 40. А чё бы нет? Мы будем надеяться, что он нам отдаст, но нам придется дождаться завтрашнего дня. Ничего страшного. Чё там? 48 алкоголя. Независимый алкогольный завод банкротится. Владелец алкогольного завода плохо к вам относится, но в отношении холодный. Ну и нафиг его. А Рюжи покупает, продает. Давайте возьмем на всякий случай. Эй, солдатик, ха-ха-ха. Блин, завтрашнего дня ждать. Жаль, здесь нельзя нажать ускоряшку. То есть здесь нет ускорения. Вроде как. Сложно средний. Так, интерфейс настройки. Давайте, кстати, на всякий случай. Все? Ладно. Потом будет поковыряться. Что-то как-то... Да, печально, что здесь нет ускоряшки. Она бы очень подсобила бы. Так. Че еще там мы можем получить, пока не началось? Вот еще один. Ограбление. Киллер, да, не, нет увеличения накала страсти. Запускаем. Прикольный чувак. Станислав Ковальский. Сразу видно наш. Помню, я уже когда-то это говорила. Ой, ой. Что-то заблудилась в кнопках. Странно, вроде у нас два целых. Нет, один. Один. Ну ладно. Один завод, но что-то все равно как-то грустно все с количеством алкоголя. Он больше тает, чем накапливается. Чертовы предатели! Люди, на которых я вкалывал, как каторжные, предали меня, бросили федералам, как кость псам. Теперь они пытаются заманить меня в засаду. И, похоже, не знают, что белогвардейцы никогда не теряют бдительности. Выручи, друг. Вместе мы заставим их ответить за свои преступления. Отказать в помощи, получить алкоголь, либо помочь ему. Мне нужен алкоголь, чувак, прости. Убийца? Какой убийца? Чего бы там не знаю? Оставьте меня в покое. Послушайте, я не могу сказать. Если я расскажу, я труп. Хотите, убейте меня. Мне все равно. Я ведь и так умру, если расскажу. Вы понятия не имеете, кто эти люди. Они не шутят. Вперед, суйте свой нос куда хотите. Это ваши похороны. Но меня вы с собой не возьмете. Тряпка. Скотина. И что теперь? Это совсем не здорово, босс. Чтобы так запугать Кингсли, за этим должен стоять кто-то действительно могущественный. Нужно найти больше улик, причем быстро. Раздай деньжат кому надо и обзвони всех своих дружков из полиции. Будем надеяться, что кто-нибудь из них окажется более храбрым или глупым, чем Кингсли. Задание получить помощь трех копов. Ащ. А где ее получать-то? Просить услугу? В этом плане? А как? А, это не то. А как? Что сделать-то, блин? Ой. Что-то прилетело. Грабление, чёрт.
Ладно, а Ромео возьмем с собой. Ты у нас... Нет, вот ты у нас поддержку пойдешь. Запускаем. Награбление не удалось. А как получить поддержку трехков? Это надо... Там ничего на карте-то толком и нет. Может, не заметила чего? Скорее всего. Ой, как шумно-то. Или мне кажется... Так, хорошо, где Мэя, где завтра? Ромео, милый. Кузьмич ходит первым, поэтому... О, как вас много-то, а? Вы так все стоите странно. See me and you die. Чё, где ещё-то? See me and you die. Дай ты мне пройти-то хотя бы немножко-то, а? Так, хорошо. Здорово. Да что такое-то, Кузя, ну? Ready, boss. Это радует меня. Сейчас мы тебе долбанем. Ой, до свидания. Ой, блин, я офигеть, я попала. Сквикс, милый. I need a drink. Ну, как всегда. Присел, молодец. Ну, давай. This one's ой, ты, умничка, terminal. Моя... Блин, как я по ним соскучилась, по моим ребятам. Ах ты, гнида. А, нет, только не Ромео. Shotgun. Нет, у тебя уже давно не шотган. У тебя уже давно-давно пулемет. Подожди. Слепой огонь, блин. Постоянно забываю то, что здесь стоит так все упорото. Слепой еще раз. Хотя вообще, чем он отличается? Так, чисто on. Внешне. О, боже, я кровоточу. Ну-ка, что если... Неплохая идея. Ой, натекло-то с нас. Ничего-ничего, я тоже так умею. Ну, может быть и нет. О, козочка. Блин, вот все сделала, кроме того, что нужно. Я забыла, что у меня есть вот эта фигня, которая стреляет, несмотря на препятствия. О, а ты откуда вышел? Плаумный. Как там в своего-то не попал, а? Да ладно. Да что такое-то? I need a drink. Ну ладно, допустим. Ты до сюда добежишь? Да бежишь, беги. Чё-то, правда, как-то странно встал. Ну да черт с тобой. Ну да, кривовато, ну что поделать. Ах, гнидодойда. Не-не-не-не-не. Нет, нет, нет! I'm on it. Ах, сволочь. Сейчас я тебе дам. Чё ты там взбухал-то? Ooh, I made a mess. Чё вы там говорили-то? Так, ближе цель. Печалька. Уху! Сейчас вы мне спляшете, уроды. Гори, гори ясно, чтобы не погасло. All hell's breaking loose. Time to get a move on. Ой, что-то нам совсем бабушечка. Сейчас мы... Вот так. И подлечимся. Мы могим еще в кого-нибудь попасть? Не видим, да? Печалька. Идти уже не можем. Ну ладно. Yeah! Kill that dog! Куда ты побежал-то? I need a drink. Паника, что ли, у тебя? Паника, реально. Нет, до сюда мы не добежим. Ну ладно, сунемся в окно, оттуда его пришибем.
Так, во что бы стрельнуть-то? Все, что ли? Печалька. Я, босс! Сквикси, милый, не истекай кровью. Так, нет, даже что-то как-то все очень... странно. Я! Yeah! Он еще живой! Офигеть, блин. Сгорел? Хей, сгорел, придурок. Так, ладненько. А сейчас мы сюда подбежим. Тот умер, тот умер. Мы молодцы. Мы просто молодцы. The job is all fired up. 20 алкоголя, отлично. Так, давайте тогда сохранимся. И, в общем-то, на этом завершим данную серию. В следующую уже будем разбираться, что там нам нужно сделать, чтобы копы нас признали, все дела. В общем, ух, давно меня тут не было. Я уже и забыла, чем эта игра хороша. В общем, если эта серия вам понравилась, обязательно ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, если вы здесь впервые, зовите друзей. И, в общем-то, увидимся с вами в следующей серии. Всем огромное спасибо за ваше внимание. С вами была Севен, всем удачи и пока-пока.